Треть всех заболеваний в регионе вызвана неправильным питанием. Такие данные прозвучали сегодня на конференции диетологов. Тюменский медуниверситет собрал специалистов со всего Урала. Работали сразу несколько секций. Так врачи обсудили влияние питания на стоматологическое здоровье и иммунитет. Отдельная тема – подготовка спортсменов, работа с детьми и подростками. В медуниверситете с проблемами питания работают уже более 20 лет. Главный диетолог области и Уральского федерального округа у нас работает, у нас в университете. Поэтому, соответственно, конечно, направление кафедры госпитальной терапии – это как раз различные проблемы, связанные с питанием при различной патологии, гастропатологии, при метаболическом синдроме, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, сахарном диабете. Отмечу, что в области, как и в России в целом, регистрируется рост числа людей, страдающих ожирением. Таких уже около 15%. Особенно динамично толстеют дети. Проблемы с весом имеет каждый десятый.